научившего зиговать собаку, шотландца назвали умным и осудили. Шотландца, научившего мопса своей девушке поднимать лапу в нацистском приветствии, признали виновным в разжигании ненависти. Об этом сообщает издание «Метро». Марк Мичан, Марк Мицхан, выложил на Ютубе видео, на котором мопс поднимает переднюю правую лапу вверх по команде хозяина Зигхайль в апреле 2016 года. До удаления его посмотрели больше 3 миллионов раз. Мичан утверждает, что снял видео, чтобы досадить своей девушке. Шериф Дерек О'Кэрролл, Дерек О'Кэрролл, обвинил его в расизме и антисемитизме, так как мужчина выложил ролик в публичный доступ. Он отметил, что Мичан, очевидно, умный человек, поэтому осознавал, что это видео оскорбительно, а также почему он таким является. Адвокат шотландца отметил, что не существует доказательств, что его подзащитный хотел разозлить или испугать людей, а не насолить девушке. Девушка Мичана также выступила в суде, отметив, что ее парень либерален, толерантен и никогда не оскорблял евреев. Также она добавила, что не сомневается, что ролик – это пример его специфичного чувства юмора. За Мичана также вступился известный израильский комик Давид Бадиел. В итоге суд признал мужчину виновным. Приговор объявят позднее. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.